Военного значения не имеет ядерный удар. Значит, что касается сломок сопротивления, так мы только больше озвереем. Я сразу гарантирую. Никто не просядет, наоборот, мы озвереем, поймем, что все сантименты будут отброшены. В стиле не все русские такие, как бы, да, есть Кремль, а есть россияне. Вот эта риторика уже не поможет даже таких людей, как я, которые и после ядерного удара будет разделять на самом деле на Кремль и Россию. Но тогда уже эти голоса потонут. Ну, это Начнется да. такая резня уже конкретная, да, что, мама дорогая, это не нас не остановишь, наоборот, мы озвереем. Я уже не туда, уже практически гарантированно война перебрасывается на территорию России, потому что ну, уже никого не установишь из наших, которые полезут туда просто. Даже центральная команда не сможет это остановить. Это резкая эскалация с нашей стороны, оно им надо.